Главное видеть, как, открыв едва лишь свои глаза, вместившие весь мир, ты несколько минут соображаешь, в какой сегодня ты из двух квартир. И даже запах кофе не разбудит, пока звучит вопрос из темноты. Так кто же рядом, кто тебя так любит? Или же тот, кого так любишь ты? Потом, конечно, милый, с добрым утром, не выспалась. Что значит почему? Я буду нежным, добрым, даже мудрым. Но знать бы, что ты говоришь ему, когда вот так же из-под одеяла ты думаешь, ага, сегодня он. Неужто то же самое? Немало. Неужто тем же голосом? Резон. А может, все же мне чуть-чуть теплее, и в голосе чуть больше огонька, чуть-чуть приятнее поцелуй на шее, чуть-чуть нежнее на лице рука. А после кофе, стоя у порога, ты говоришь с неловкостью стыда. Сегодня буду дома. Ради Бога. Домой понятно. Но домой куда? А я молчу. И как психолог-профи я шлю проклятие эдакой судьбе, чей дом, где ты завариваешь кофе или где кофе подают тебе. И столько чувств мгновенно поражают при мысли, что расходятся пути. Так где твой дом, где ждут и провожают? Или же там, где не дают уйти? Спасибо.